А перед началом ролика хочу позвать вам интересную полезную группу улучшения КРМП. Если тебе хочется на лидерку, но у тебя слабая фантазия, то тебе именно в эту группу. Постоянный выход постов, различный формат, необычная подача, разнообразие и приватные улучшения, их козырь. Всем советую эту группу, ссылочку я оставлю в описании. Подписывайтесь, всем приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на сервере на Ролиплей, Центральный округ. Моник здесь Кирилл Путболуви. Не забывайте вводить моник по регистрации. Итак, чуваки, я, блин, записал охрененную серию, но не записался звук, поэтому приходится перезаписывать. Но, блин, не будет, конечно, так интересно, как я записал ту серию, потому что, ну, реально, почему-то не записался звук. Я не знаю, в чем дело, но не записался звук. Поэтому сейчас я покажу вам, что я делал в той серии, в принципе. Точнее, покажу, что я купил в той серии. Короче, я улучшил свой дом. Продал пару скинов. Смотрите, как я его улучшил. Пишем команду house и улучшение дома. Я улучшил гардероб свой на 2 уровня. То есть потратил 500 тысяч на это все. У меня был нулевого уровня. Первый уровень, по-моему, стоил 130 тысяч, второй стоил 300 с чем-то или 200 с чем-то, я точно не помню. Короче, 500 тысяч я потратил. И что еще я сделал, пацаны? Я купил себе много новых скинов. Сейчас я вам их покажу. Итак, вот такого скин себе купил, хотя в нем бегает полсервера, но все же я решил себе его купить. Скинов я купил примерно на 150 тысяч-200, где-то так, короче, вышло. Блин, я все записывал, я все показывал, как я это покупал, но, блин, не записался звук, реально. У меня так бомбануло, когда я включил видео, и там просто нету звука. Я думал, это у меня, типа, может, наушники не работают. Но оказалось, что не записался звук. Поэтому приходится вам в таком формате все показывать. Так, вот я себе еще приобрел вот такого скин. Мне он понравился, такой бандитос чисто. Прикольно выглядит. Прям на фоне рыбы вообще четненько. Я думаю, вообще по кайфу. Также я купил этого любимого толстячка. Помните, раньше у меня был он, я в нем очень долго играл. Когда только пришел на родину, я в нем играл, короче, очень долго в этом скине. Вы меня уже просили, чтобы я поменял его. Но я чисто купил его, чтобы он был у меня. Я думаю, это будет прикольно. Также купил вот такой вот бандита. Мне он тоже понравился. Довольно-таки очень. Поэтому я решил его тоже приобрести. Скин куплен для того, чтобы, ну, частенько менять скины, потому что в одном и том же самом бегать постоянно каждой серии довольно-таки, я думаю, не прикольно, поэтому я накупил столько скинов и ради этого даже улучшил свой дом, потратив 500 тысяч. Ну, этот скин я покупал в предыдущей серии, я думаю, вы помните, в принципе, его. Вот такой тоже скин прикольный, мне нравится. Такой в камуфляжных штанах, такой прикольненький, скинец тоже. Ну, а больше всего пока что мне нравится вот этот скин, я его тоже купил, вы его в начале видео видели уже, я именно в нем был, короче, и в нем пока что бегать и буду, наверное. Ну, а там уже будем менять скины, чередовать их, возможно, как-то. Я думаю, круто. Извиняюсь перед вами за то, что я не записал, как все это, как я улучшал дом, как я покупал эти скины. Ну, блин, такое бывает. Конечно, у меня такое редко бывает, но такое бывает то, что не записывается звук, либо там что-то при записи бывает. Но у меня только не записался звук, а с видео было именно все нормально. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки. В следующей серии, наверное, будем покупать уже новую машину. Не забывайте вводить мой ник при регистрации и не забывайте подписываться на канал. И, наверное, в следующей серии, кстати, срём яхту. Все, пацаны, всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.